здесь в списке, допустим, в телефонной книжке, покажу, как добавлять, убирать и показывать то, что было добавлено и было и убралось с книжки. Я добавляю в список J и убираю То есть я добавил, если J не в списке, то есть я сначала добавил в список, потом я убрал A, соответственно, остался только BC. Если J в списке, фонбук, телефонной книжки, выводит это сообщение, он будет в списке, потому что я его добавил. Если A не в телефонной книжке, то написать A не в телефонной книжке. Его не будет, потому что я удалил. Соответственно, должно вывести два сообщения. Проверим. J в списке сообщения. A нет. Все правильно.